надписью выпускника. Вот здорово. Здорово. Нормально. В общем, все, что просили и заказывали, я выполнил. Во. Уважаемые родители выпускников. Ой. Извините, что я... Ой, черт, Лёд, глянь, вроде как не он пишет. Ой, черт, больно быстро пошел. Уважаемые родители выпускников, извините, что я вмешиваюсь, но Олег очень робкий и деликатный человек. Ага. Поэтому ему трудно решиться. В этом удивительном городе Ульяновске мы с Олегом потратили все ваши деньги, которые вы копили на выпускной. Они с Олегом потратили все деньги на выпускной. Это случилось внезапно, как наваждение. Сначала мы зашли в Ашан, затем в Макдональдс, а затем и вовсе попали в аквапарк. Безусловно, возрастить все деньги до выпускного мы не сможем. Ну, Лукьянов, ну, Олег. Лёк, ничего не пойму. Кто пишет-то? Попутчик, что ли? Не попутчик, женщина. Кто бы мог подумать? Вот кто бы не мог подумать? Пропали мы. Пропали наши деньги. Что делать-то будем? Не пугайтесь. Я не против выпускного для детей. Но надеюсь, вы, как интеллигентные люди, бывавшие в Ульяновске не раз, не осудите нас за этот лучик счастья на темном небосклоне жизни. Простите нас, сува... Ой, погодите-ка, вот Эл. А ну, погоди-ка, вот Л, с уважением, Лар... Лариса! Какая такая Лариса? А, не разобрать ничего, пыс-пыс, ой. Спасибо вам за деньги. Чё это, Людка? Чё это? Спасибо нам за деньги. Погоди-ка, вот опять он пишет. Выезжаем назад в 8 утра на автобусе. А сейчас сколько? 8 вечера. Приехали уж, наверное. Я устал не сказал. Письмо как-то лучше. Да в уборную я. И я с тобой. Ты что, сдурела, что ли? А чё, я покараулю? Да в уборную я. Знаю я такую уборную. Ты чё, на эту оба посмотрим, и нас все с тобой запихут. Слава. Вы чё, с ума что ли сходили? Да надо мне, надо. Ой.
Вы родители? Родители. А я к вам. Ой, проходите, пожалуйста. Проходите, проходите. Прекращай. Извините. А я вам сейчас чайку поставлю. Не-не-не-не-не-не-не. Вы откуда вы? Вообще-то я из родительского комитета. А мы давно в родительском комитете? Вообще-то с первого класса. Что ж вы за родителями-то так плохо следите? Бегают где хотят, куда хотят, а вам и делать нет. Вообще-то, знаете, у нас текучки нет. А у нас текучка! Знаешь, какая текучка! Сняли бы с дурака стружку-то, чтобы он больше не бегал! Оль, может, не по этому вопросу пришли? Ну почему не по этому вопросу? Именно поэтому. Слав, куда пошел? А ну-ка вернись! Картошку чистить по-вкусному. Вот ведь, говорит, убью и все. Кого? Кого? Олежку Лукьянова. Смотри, тихо-тихо, а в тебя аж всем башку-то. Ну, я не думаю, что это выход. Да разве можно так думать, родители, ведь все-таки, а? Вот ведь забрал все деньги у нас, подлец, и выпускной себе не возьмешь, ничего не знает. Говорили нам, говорили, что они там в Ульяновском-то делают. Зачем только этих ошалов-то настроили аквапарков? Что ж у нас, речки, что ли, вынести-то нету? Все не так страшно, как вы думаете. Как же не страшно? Страшно! Успокойтесь, прошу вас, успокойтесь. Все не так страшно. Вы его простите? Чего? Простите ли вы этого человека? Да какой он человек? Да был он человек! А разве он так поступил? Его эта бесстыдница Макдональдс затащила! Он уж ты распустил! Почему это вы так думаете, что это она его затащила, а не он ее? Да что вы говорите? Разве добрая женщина так бы поступила? Все общие деньги на выпускной промотали. А что у нее, первый выпускной, что ли? Или в Ашане она не первый раз была? Да, бывала. И не первый. Вот, бог-то не Тимошка, ведь немножко. Родители, не держите на Олега Лукьянова зла. Я понимаю, очень трудно принять такое сердцу. И поэтому мы с Олегом Лукьяновым предлагаем вам отметить выпускной у нас в огороде. Почему вы так все на меня смотрите? Ты ли, чё ли? Я. Ольга, как вас по отчеству? Ой, чё делать-то? Людка! А, Людка! А? Гляньте-ка, чё делать-то? Это ведь она! Здрасте, Люда. А вы что, намерены скандалить? Я пришла к вам как умным взрослым людям. Ах! Ты штучка, ты крашеная. Ну почему же крашеная? Это мой натуральный цвет. Ну я понимаю, что наша встреча подошла к концу. Обсудим с Олегом Лукьяновым сложившуюся ситуацию и результат сообщим в письме. До свидания, уважаемые родители. Провожать меня не надо. Ах, сейчас я тебя провожу! Во всяком случае, не мы.
Орешка, это что там такое? Почки зайчие, верченые, щучьи головы с чесноком. Да, заморская, баклажаны. Выпускной начинается! Ура! Танцуем все! Я где-то плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Нес я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Вдруг, как в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Вез я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было.